Решила подучить английский, подтянуть свой уровень и стала смотреть фильмы на языке оригинала. И мне все нравится, все очень круто, пока не начинаются диалоги. Потому что в русской актерской школе принято говорить громко. «Привет, там, как дела?» А англосаксы переходят на шепот. «Hello! Hi!» И я не то, что не могу перевести, я разобрать не могу, что они там говорят. И я думаю, что если бы Станиславский жил в наши дни, он бы не говорил «я не верю», он бы говорил «я не слышу, повторите».